Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина Лента. Чек, как всегда, будет в конце видео. Ездила я туда сама, купила всякой ерунды. Так, вот моя подружка, как всегда, все проверила. Завтра идем снимать швы, так что все у нас будет хорошо. Вот, давайте начну немножко с бытовой химии. Во-первых, я купила снова ласку, она все еще стоит на скидке, поэтому я купила вот такую для цветного и для темного. У меня еще фиолетовая такая большая тоже ласка есть, она не закончилась, но покупаю ее только потому, что она со скидкой. Вот и все. Дальше купила вот такое средство для мытья пола. До этого я покупала Мистер Протер, мне очень нравится оно, но его не было, у меня уже закончился. Вот тот Мистер Протер очень хорошо удаляет запахи животных, так как у меня сейчас дома щенок, то, конечно, для меня это актуально. Ну, не знаю, купила вот такой Глорикс без хлора, видите, удаляет аллергены, бактерии, токсины, ну, чтобы лапкам, да, было нормально. Тут как раз щенки нарисованы. Вот, дальше купила обычные салфетки, 250 штук, и вот такие влажные салфетки, тут женские штучки у меня. И снова купила вот эти бомбочки. Очень понравились моим мальчишкам. Кстати, они прямо очень ярко окрашивают цвет. Желтая, она такая, цвет воды становится желто-зеленый. Вот это такой ярко-оранжевый. Здесь прям такой красный, такой малиновый цвет. Очень прикольные бомбочки. Поэтому купила еще раз. Купила себе зубную щетку вот такую. Кто смотрел мои влоги, тот девочки знает, да? Мой любимый цвет. И купила вот такую мочалку. Вот такую мочалку я люблю использовать. Единственное, что я ее до этого покупала в фикс-прайсе. Но в фикс-прайсе, когда была, ее не было. Вот такая полотенце. Но она прям дерет, девочки. Очень хорошо дерет. Вот, но я люблю, когда дерет. Вот, очень удобная, вот как полотенце. В общем, поэтому купила в Ленте. Здесь у меня зубные пасты. Биокальций Сплат. Это у меня дети в основном ей пользуются. Колгейт вот такой у меня любит муж. Такой прям, он такой ядреный. И я еще купила вот какой-то новый Colgate, на него еще была скидка. В общем, решила попробовать тоже. В общем, три пасты набрала. И здесь взяла, докупила немножко вкусняшек моим собачкам. Коты у меня вот такое не едят. Я сколько не покупала, не едят. Вот такие косточки, это маленькой купила. У меня пока большая не грызет косточки, потому что ей неудобно в этом воротнике. Но потом буду давать вот такие медальоны из ягненка. Это мы и старше, и младше даем. Вот. И вот такие какие-то пикантные колбаски. Видите, восстанавливает силы, ускоряет. Вот эта фирма, кстати, прикольная. У нее для иммунитета, в общем, разные такие. Вот, разные лакомства. Так, ну и вот здесь вот у меня основная, получается, моя закупка. Давайте начнем с мяса. Ну как, у меня тут рыба, я за ней ехала. Что-то очень захотелось. Корешки у нас еще нет почему-то в Ленте, хотя уже, по идее, пора, но ее нет. Купила я здесь форель карельскую по 549 рублей. Ну что-то мне очень захотелось рыбки, прям вообще. Вот, она была... Ну, вроде скидка небольшая была какая-то, на нее взяла такую небольшую, я ее, наверное, в духовку сейчас как раз брошу. Купила филе минтай, я обычно либо в панировке делаю, либо котлетки делаю из филе вот такого. И купила, было со скидкой, по-моему, по 145 рублей, что такое, две тушки. Я их как раз разделаю, спинка пойдет на суп, ну, соответственно, грудка и ножки, и крылышки на какие-то блюда, да. Так, купила сардельки свиные, вот такие Дымов. И здесь давайте набрала кучу напитков. Я еще заезжала в магазин Оби во влоге, увидите, да, что купила, кто смотрит мои влоги. И купила тархун, вот смотрите, сколько это. Это все выпила я. Я вообще обожаю тархун, девочки. Это самый вкусный для меня лимонад. Муж у меня любит квас, и он купил, я ему купила вот такой лидский. Я в прошлом году ему постоянно покупала этот лидский, он ему очень нравится. В этот раз вот такой темный, там темный, светлый был, я взяла темный. Это мужу. Соки здесь у меня мультифруктовые и вишня с черноплодкой, короче. Дальше мажетельки вот такие взяла, это в школу с собой брать, у меня ребенок берет. И также вот такую воду, сейчас жарко, плюс у них физкультура на улице, поэтому такая водичка отлично. Вот это прикольная вода с магнием, вот, очень полезно. Ну, еще вот такую взяла, вот такую лентовскую попробовать, потому что ему нравится вот с такой, ну,
Соска, я это называю, девочки. Вот, и вот такой актив малина взяла. Ну, здесь вот я чуть-чуть побаловала своих мальчишек. Вот, кстати, люблю вот эти читосы. Еще есть такие сырные шарики, очень вкусные тоже, кукурузные. Так, дальше у меня здесь хлеб вот такой тостовый взяла. И вот такой в ленте. Очень он такой прям аппетитно выглядит. Какой-то сицилийский с итальянскими травами. 10 рублей. Вот такой вот. Я такой, кстати, уже покупала. Здесь у меня молочки у меня никакой нет. У меня что-то... И потом зайду в другой какой-нибудь магазин. Здесь взяла сырки. Вот такие простоквашино разные, вкуснотеево. И трубочки. Вот эти трубочки что-то у меня детям в последнее время нравятся. Также здесь взяла вот такие в упаковках. Они очень удобные брать с собой. У меня муж там не успел позавтракать или просто куда-то поехал. Он берет вот с собой вот такие штучку. И на завтрак мы тоже такое едим. Вот такие еще тоже они в индивидуальных упаковках. Ну и просто круассанчики. Дальше у меня здесь конфеты набрала всякие. Вот эти были по акции. Это что у нас? Это Марс. Такие на 69 рублей. Здесь дальше Баунти. Я, кстати, люблю Баунти на 106 рублей. Заметно, что я люблю Баунти. Взяла побольше, да, раз люблю. Вот, а то, что не люблю, то взяла поменьше. И еще Твикс, соленая карамель. Тоже чуть-чуть совсем взяла. И тоже то, что я люблю, вот, да, девочки, какая я эгоистка, то, что люблю, то взяла побольше. Трюфели с коньяком, очень вкусные вот эти вот конфетки, обалденные. Так, дальше у меня здесь фрукты, овощи. Взяла бананы по 67 рублей. Дальше у меня здесь мандарины Марокко, вот такие прям большие, должны быть вкусные. Нектарины, я в прошлый раз брала нектарины, нам понравились. Они сладкие, правда, жесткие. Ну вот, взяла еще немножко. Здесь у меня груши. Груши конференц, потом сливы, тоже я в прошлый раз, правда, красную брала сливу, в этот раз взяла черную, вот такую тоже, кстати, сливы вот эти вот импортные, очень вкусные, и так, с фруктами все, дальше овощи, взяла вот такие томаты на ветке, три огурчика, огурцы на развес очень плохие, все мягкие, поэтому взяла в упаковках, дальше взяла грибочки. Вот такие большие я очень люблю брать, я их запекаю, тоже в влоге, наверное, покажу. Но я уже показывала, как я их запекаю. В духовочке будет очень вкусно, у меня муж любит. Вот, 179 рублей за килограмм взяла немножко. Также взяла здесь упаковку зелени вот такой. Я ее храню в бумажном полотенце, влажном, вот так вот заворачиваю. У меня хранится целую неделю зелень в холодильнике, так что отлично. Здесь лук у меня эконом по 27, считайте, 28 рублей. И взяла вот такую капусточку «Новый урожай» по 30, ну, считайте, 40 рублей. Небольшую, как раз на салатики, на супчик пойдет. И была со скидкой картошка, вот эта, которую я все время беру, которая изначально стоила там чуть ли не 70 рублей. Сейчас она по 39 уже, то есть, считайте, 40 рублей. Вот уже, слава богу, дешевеет. Но вот этот картофель молодой в ленте, он очень вкусный. Для того, чтобы его запекать, делать картофель по-деревенски, например, в духовке, или крошку-картошку в духовке, просто обалденно. Ну и пюре, конечно же, тоже вкусное. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Боночка моя все проверила, как всегда. Сейчас покажу вам чек.